Работа началась весной, закончилась в 2010 году. Какие работы? Чё? У меня перископ, 1000 лет не были в перископе. Вообще, я забыл, что такое перископ. Привет, как дела? Блин, это, наверное, так сложно направлять, я выросла. Надо было покруче вид выбрать. О, Серега. Сереж! А что это за здание, этот дворец? Здорово, ребята! Дворец Зенит. Здорово, Серег. Я тебе тибетейку уже приобрел. Хай, здорово, татары. Мадинком покажи. Покажи Мадинок. Вот татары. Татарка. Вон там, блин. Там не видно. Ну да, тут не видно. Мы просто сели в месте, где... Да, мы сегодня весь день ходили пешком по Казани. Обошли, ну еще одно будет. Каждый по Казани. Серега, ты знаешь, колпачки. А, да, коллекция, коллекция колпачков. На выход. Тибетейки. Мы сегодня обходили всю Казань просто пешком. Вообще город обалденный, мега красивый город. Просто вообще идешь и просто оглядываешься. Все очень красивое. Круто вообще. Ну, сейчас присели покурить где-то в каком-то парке. Где замочки? Блин, надо было транслировать, где какой-нибудь крутой вид. Вот и это самое, вот в Кремле в самом транслировать. Я забыл совсем про перископ. Во сколько завтра? Это часов 11-12 уезжать будем. Да, или часов 9? Может, 9. За что? За трансфер тибетеек. Да, не беспалево. Тут вообще все красиво, вообще очень мега, все чисто. Просто круто, все аккуратно и лапы. Как будто находишься не в городе России, а в каком-нибудь европейском таком ухоженном. То есть все вообще круто. На высшем уровне, короче. Прям чисто, все красиво. Ты идешь, я вот сколько гуляем, как будто нет вообще жилых домов, все красиво, только все архитектура, все просто вообще не знаю, где тут люди живут. Просто вообще обычных домов нет. Мадин у вас к выборам готовится? Каким выбором, говорит? Блин, ладно, пойду я, а то батарейка садится. Че, пойдем дальше? Вот, сейчас пойдем. А куда сейчас? Туда пойдем сейчас. А, вот к этому дереву. Все, давай, Серег. 890.